Mixed Nutrition. У нас с вами инсайдерская информация, как тренируется про Никола Вейтерова в Prestige Fitness House. Сегодня у нее тренировка груди. Можно показать тренера? Тренер Никола. Денис Логинов ответственен за мозолание и за форму Николы в Словакии. Сколько килограмм у нее? 6 килограмм разводки на грудь. Это четвертый подход. 4 по 15, да. Такая история. Ловите снова в нашем блоге. Мы будем снимать. Никола, can you please tell a little bit what are you training now and what's your training plan? Today I train chest. Сегодня я тренирую грудь. On morning I train my back. И я тренировала спину. And also I do a lot of cardio. И также я делаю много кардио. How many cardio do you do now? Actually, in the morning I did 90 minutes. С утра я уже сделала 90 минут. 90 минут. Я спину тренировала. И с утра была спина, и сегодня грудь. И 30 минут теперь. И после груди. Тоже 30 минут. Тоже 30 минут. Отлично. А what's your first competition in this season? What will be? My first competition will be Mozelane. Mozelane, Словакия. Но we are still thinking about which turnier will be the best for me, which contest will be the best. И мы сейчас еще думаем, какой турнир будет. Так. Thank you so much. Thank you too. Друзья, мы будем снимать еще Николу, так что ловите в нашем блоге.